Сегодня у нас 25 апреля 2018 года. Это поселок Потеряевка, там вдалеке он, за этим околком. Это вот ямы наши. Там внизу они, ямы эти, мусорные. Вот. Сейчас подхожу к Южному пруду. Посмотрим, как он зиму тут перезимовал у нас. Есть ли в нем вода и насколько она сохранилась, залилась вернее. Прошлогодние почки, кротовые еще. Птички радуются весне. Земля только вот начинает, трава проглядывать сквозь сухую траву. Что-то все начинает расцветать. Так, ну посмотрим. Вот вода стоит где уже. Выше она уже, видимо, не поднимется. Потому что снег почти уже растаял везде. Не видно его уже. Вон, утки летают. Вот они сели на воду. Нравится им такие пруды. Какие-то неинтересные. Белые, серые. Головки какие-то у них как чуть то ли коричневые, то ли красноватые. Издалека не видать тут. Лишь бы их. О, спугнул. Все. Им жить охота. Так, вот слив наш. А посмотрим, что у нас тут со сливом происходит. О, что-то одну доску. Даже не одну доску. Что-то аж три доски вырвало. А почему? Ну тут что-то берег осыпался. А, это убрали, видимо, специально. Я думал, уже вынесли их. Ну, вот так вот выглядит тут все. Под низом вода проходит. Под досками, видимо. Сейчас пойдем на ту сторону, посмотрю, там что происходит. Уже крапивка вылезла, молодая, как раз двухдомная, которая съедобная. На супчик, на салатики различные. Сейчас мне витаминов очень много. Вот она какая вкусная. Витамины. Так, идем дальше. Вот она кругом повылазила. Да, сейчас уже такой красоты нету пруда, как это было летом, когда зеленью все покрывается. Всему свое время, я Экклесиаст сказал, всякой вещи под небом. Бурелом такой, не пролезешь сразу. Ну вот она проходит. Примерно можно сделать метку, где вода стояла. Там я посмотрю потом. Вот так вот. Вот.
идем дальше. Вот где тут место слабоватое, видимо, оказалось. Хотя нет, тут не промыло. Но тут низко. Вот тут даже образовался небольшой водоемчик. Тут пониже самая низенькая находится. То есть что сразу туда начнет проливаться. Ну дальше она не уйдет. Валуны. Здесь вот вода стоит. То есть где яблоки, там и вода. Ну ничего, пруд наполнился. Конечно, конечно, там ушла вода. Можно было бы выше поднять, но не получилось опять. Опять озеро будет маленькое, пруд. Ну для детишек хватит купаться пару месяцев-то. Кругом он валежник лежит, дрова готовые. Брат у меня сейчас в данный момент Василий Черепанов работает там возле дома, траву сухую убирает. Вот. Вот так вот. Здесь кругом вода стоит. Да, посмотрим наши заграждения. С братом Никитой мы работали здесь, Колесниковым. Что мы тут, как вода тут, насколько наполнила ее. Ну вот, почти пришел уже. Ну что, поверх нашей дамбы вода стоит. Наша дамба толченая, довольно-таки это твердая, вода ее не размыла, но вода идет потихоньку, приближается вон. То есть пруд как бы наполняется, потому что со слива он немного уходит. Если бы не уходил, она бы еще выше поднялась. Надо доски поднимать на сливе, но там надо прежде затрамбовать все, чтобы не уходила вода. Иначе опять уйдет все. Ну, вот так вот. Ну что сказать. Если ту сторону посмотреть еще. Дамбе я пойду, да? Довольно-таки твердо. Вот стою даже вот. И не проваливаюсь. То есть солома с глиной держит. Отлично. Даже вода как раз стоит. Старались на совесть делать. Вот она, красота наша. Так. Вот. А тут что у нас за пруда по-бобровски называется. Бобры точно так же накидывают бревна разные. Здесь мы тоже с Никитой натрамбовали, хорошо стоит все. Но здесь тоже надо выше поднимать, потому что вода уже к самому краю подошла, этой глины. А у нас еще много работы. Надо отгребать от 7 домов сухую траву. Вчера мы только поздно вечером приехали, поужинали и все уже. Ложились спать. Уже было темно.
август, не успели. Только сегодня вот. Ну вот так вот. Слава Богу за все. Аллилуйя.